Ребята встречались раньше по рукопашке, но сами видели, достаточно неплохой путь они сегодня прошли, чтобы оказаться вместе. Это будет очень постановочный. Тренируется под руководством заслуженного мастера спорта по рукопашному бою России Максима Ефренко. Илья Милов! Пожалуй, Света! И переходим к хозяину турнира. Да, хозяин турнира, я верю. Андрей Авдеев занимается в клубе. 4,5 года. С перерывом. Сначала 4 месяца. Последнее время выступает очень неплохо, имеет за своими плечами один профессиональный бой по кикбоксингу, где в дебютном бою во втором раунде одержал нокаут. Представитель клуба «Аэропол» Андрей минуты. И по 2,5, а по 2. Внимание. Yeah.
этом бою, во втором раунде, не первом. В первом раунде технический нокаутом и главный приз турнира за 25 тысяч рублей одержал боец из Красного Армии. Ребята, в первую очередь, цените уважение друг друга. Сегодня не четвер, завтра будет другой. Уважение друг другу, ребят. Друзья, мне нужно две мамы с красивым почерком или две девушки. Кто сможет, мы грамоты быстро заполним, и через 10 минут будет награждение.